Органам российской прокуратуры 12 января исполнилось 298 лет. Накануне профессионального праздника сотрудников Одинцовской городской прокуратуры поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов, вручив грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды. Глава отметил, что в 2019 году одинцовскими прокурорами было выявлено более 4000 нарушений закона. В защиту интересов граждан, общества и государства в суды предъявлено свыше 200 исков и заявлений, 97% из которых рассмотрены и удовлетворены.